Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версией 3.0.2. В прошлом эпизоде я не помню, что было, но вроде мы ловили покемонов или прокачивали. Ну, в принципе, прокачивали это 100%, да? Так что, ребят, Литвик. Так, нет, давайте мы попробуем его все-таки словить. Давайте сразу фастбол. Вот, как-то я даже хотел словить Литвика. И он вот сразу напал, и если получится, то мы его сразу сейчас и словим. Ну да, может. Ну, посмотрим. Таймербол, хейбол, давайте ультрабол. А, ребята, кстати, я еще один мастербол выбил из зеленого покемона босса, который, в принципе, прям тут заспавнился возле моего дома. Литвик, может, ты как-то надумаешь немножко словиться или... Ну? Ну? А, отлично, ребята, словили мы Литвика. В принципе, что я сейчас хочу сделать, это... Давайте все-таки мы уже поставим Чаризарда в компьютер, да, он уже как бы, и, ну, не скажу, что прям так большой очень уровень, но суть в том, что, в принципе, мы сейчас не ним качаемся, да, а мы качаемся с помощью Mewtwo, и плюс к тому, вот он немножко багнутый, что было, да, уже такое пора, что он там уровень сбрасывает, как бы, не знаю почему, было, что он там из 60 уровня опять стал Чармандером, Чермиллион, ну, вот было, что он тут пару уровней так скинул, я не знаю почему, но в принципе мы его всегда, ну, сейчас как бы и не очень таки используем, да, мы как бы качаемся Mewtwo, с помощью как бы Mewtwo, да, и плюс к тому, ребята, я сейчас вот уже себе прокачал, сейчас я иду, бью там покемона босса, вот тут он. Где? Че, уже пропал? Да ну нафиг. Да нет, не пропал, вот он. Карвания. Сейчас, Мьюту, давай. О, 87 уровень. Ну? Отлично. Так. И сейчас. Вот, я прокачал из Хантера Генгара, ну, как бы уже эволюционировал его, да. И чтобы намного легче ловить покемонов, да, я, наверное, буду бегать с Генгаром, так как у него есть гипноз, да. Как бы загипнозим другого, пока он будет там в гипнозе, да, мы его сможем словить. Ну, конечно, не знаю, так, но думаю, что так. Если он в гипнозе, да, спит или где-то, ну, в гипнозе, например, то его легче словить, мне так кажется. Ну, как бы так оно и есть, наверное. Так что, чтобы еще одно место как бы не занимал, еще один покемон, да, поставим Чаризарда в компьютер, а потом его прокачаем. Так, ну, когда он будет... Да, в принципе, он всегда нужен, это же Чаризард, да. Сейчас мы его не очень используем, еще раз скажу. Поэтому поставим его в компьютер, а потом, как бы он не так уже, да, большой уровень, потом его прокачаем. Сейчас увеличим наших всех покемонов. Отлично. И ставим Чаризарда в компьютер, вот сюда. И берем мы на прокачку, и берем мы, и берем мы, и берем мы. Так, сейчас мы вот так все пораскладываем, какие покемоны вот тут уже прокачаны. О, давайте так сделаем. Которые обычные. Вот обычные. Вот так. Нет, вот. Нет. Сейчас. Да, вот так вот. Тут вот так. Вот так. Вот так. Тут у нас идут обычные. Тут у нас будут шайни. И фосил покемоны. Вот так. Тут у нас будут легендарные.
И потом как бы еще не прокачанные покемоны. Я еще Абру хочу прокачать. Потом же Кадабра, да, и потом Алаказам. И этот покемон действительно такой очень сильный. И поэтому потом мы его сразу же прокачаем. Вот Дрибл, я не знаю, есть ли у него эволюции, но постараемся его прокачать, может и есть. Нет, вот. Вот так вот. Ну что ж, пойдем мы, наверное, все-таки, ребята, в пустыню. Так как, в принципе, в пустыню, да, у нас может там заспавниться еще легендарный, если, конечно, повезет. Так что пойдем мы сюда. Ну, в принципе, будем тут качаться, да? Если заспавнится, то заспавнится. Так, а ну давайте с помощью Генгара попробуем. Гипноз, Dream Eater, Shadow Ball, давай, Shadow Punch. Отлично, в принципе. Давайте Shadow Ball. Ни хрена себе. Отлично, Генгар. В принципе, Генгар как бы сильный покемон, да? Сейчас давайте... Нет, давайте не в эту пустыню, давайте куда-то в другую пойдем. Так как это и не очень большая такая пустыня. Ну, в принципе, да, давай, пусть будет вот тут. Рядом и равнина, пускай будет. А, сейчас, что я хотел? А, что я хотел? А, вспомнил, вот. Пускай будет. Так, пойдем и вот сюда. Там тоже куча всяких каких-то покемонов. Пойдем и туда. Прокачаем сначала Омонайта. Или может еще кого? Ну, посмотрим, кого мы будем прокачивать. Так, Омонайт. Нет, вот так вот. И давайте опять Генгара. Shadow Ball. Пум. Офигенно. Еще Shadow Ball. Отлично. Так, сейчас давайте. Гулдин. Вот. Отлично. Вот так вот. Мьюту. Прокачаемся. Так, что у нас тут идет вот так. Сейчас тут есть еще какие-нибудь большие уровни. Фиг его знает. Или... Да я, в принципе, не знаю, куда нам идти. Или в пустыню, или в горы. Потому что в горах... Нет, как это сказать? В горах, да, вот. Есть два покемона, которые я хочу сейчас как бы словить. Это у нас Бишарп. Не помню, первая эволюция какая. И Бейгон, да. Багон или Бейгон, как там, пофиг. Пусть будет Бейгон. Хочу я их словить. Ну, в принципе, там есть еще прикольные покемоны. Но ультраболов, как бы, сколько у нас ультрабол? 24 штуки. Ну, еще должно хватить, как бы. Не, как бы, не очень-таки мало, но и не очень много. Так, Мьюту. Мьюту. Я видел, что он там конфьюженный был. Ведь что-то ты уже очень долго. Вот, отлично. Вышел с конфузией. Пойдем мы вот сюда. Так, дрибл. Двибл. Какой нафиг дрибл? Двибл. Двайбл. Нет, двибл. Пускай будет. Вот эти имена-то сдурить можно. О, в принципе, как раз тут и горы, и равнина, и пустыня. Так что можно будет тут, да. Так, будет тут кто-то. Какой-то большой уровень. Идем мы, наверное, сюда заберемся куда-то повыше, да. Может, вдруг тут кто-то будет какой-то покемон?
Так, три мастербола у нас есть, так что даже если у Шайни будет или еще кто-то, то сможем мы его словить. Ну, как бы даже если обычных покеболов не будет, да? Ну, точнее, не обычных, а тех же ультраболов, да, то мы сможем словить уже с мастерболом, так как, в принципе, мастерболов и так много, можно сказать. Поэтому, ребята, сейчас пойдем мы туда. Вот еще покелут. Потом заберу, ребята. Хотя, в принципе, давайте сейчас. Сейчас. Так, Waterstone выпал. Отлично. О, там еще один покемон босс. Сейчас и... Ух, ни хрена себе. Я не знаю, успею ли я и туда, и туда, и туда. Поэтому давайте быстренько. Двибл. Да не ты... Нет! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да твою ж... Да твой... Отлично. Кто? А, Plains Biome. Я уже думал, в горах заспанился. Ну, как бы, Moltres, да? Просто окошко было, как бы, прикрывало вот надпись. Я как-то аж так, ни хрена себе. Max Revive. Так. Пропал уже тот покемон босс. В принципе, я как... О, там еще один. Я просто хотел к нему телепортнуться, да? А забыл, что у нас нет летающего покемона. Поэтому я как-то аж не подумал, если честно. А, я что, не на того? Ладно, пофиг, и так нормально. Тут еще один. Ну, как бы, вот это уже босс. Отлично. Главное, чтобы Мьюту не убили. Отлично. Так, тут у нас еще один. Ты, вот, отлично. Мьюту. Ух. Убили. Так, 25 уровень уже нормально. Двибл. Но я не знаю, есть ли у него эволюция. Вот в чем суть. Генгар. Нужно побольше. О, че я Дримитер нажал? Он же не спит. Я что-то протупил немножко. Ну, случайно нажал. О, покемон босс, покемон босс. Главное, чтобы не под землей. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот. Убили Мьюту. Ладно, у нас есть Генгар. Попробуем Shadow Ball. Ух ты! Вот действительно очень сильный покемон. В принципе, Генгар всегда ним был. Ну как бы, Генгар действительно очень сильный покемон. Вот я действительно еще хочу, как бы, Кадабру. Ну, это как бы покемоны с... Ну не стартовые. Как бы уже дол... Нет. Как... Фиг его знает, как это сказать. Ну, как бы... Они очень сильные, да? Какой... Нет! Нет! Там был Маткип. У меня же в поисках Маткип прописанный. И там был зеленый кружочек. Пока я к нему бежал, он уже пропал. Твою мать. Ладно. Ладно, Драгонейр. Чё ты хоть можешь, а ну покажи. Убьёшь? Сможешь? Ладно. Маткип все-таки пропал.
Я его только заметил, сразу начал к нему бежать, убежать, он уже пропал. Твою мать. Ладно, пофиг, ребята. Давайте все-таки идем, я, наверное, домой. Или сейчас. Да, в принципе, и так нужно домой, чтобы покемонов вылечить. Капут был там откип, но па. Поспим. Так. Там. Нет, там покемон босс. Где он? Только не под землей. Твою же мать. Сейчас мы попытаемся хотя бы. А, нет, он летающий, зараза. А мы сейчас никак его не словим, так как у нас летающих покемонов нету, чтобы его догнать. А, в принципе, хрен его и догонишь. Не, ну, в принципе, догонишь его, если полетать за ним, да? В принципе, действительно, догонишь его, но немножко сложно. Ух, 41 уровень. Ух, 41 уровень. Да чё ты тут делаешь-то? Так, 41 уровень, не уходи никуда. Стой там. Сейчас я вылечу Мьюту. Давай. Нет, ты тут. Так, это вот сюда. Одеваем. Это вот сюда. Это вот так. Так, иди-ка ты вот сюда. 41 уровень. Шларион, ни хрена себе. Чё, только один покемон? Во, зараза. Я уже думал, сейчас капут. Ладно. Ребят, давайте сейчас на этом закончим. Я еще и пойду посплю. Так. Ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.